Ну, здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы на Белом озере. На календаре 29 января. Погода супер. Ветер обещает поклевки. Если рыба не будет клевать, ветер нам их гарантирует. Сильный дует, да. Давненько не был, снегу намело по самые сапоги. Поздравляю нашу сборную с пролетом на чемпионате мира по мормышке. Ну, а мы будем ловить, кто клюнет. Оставайтесь с нами, надеюсь, будет интересно. Сошла. Ух, тяжело было, тяжело. Не знаю, кто здоровый сошел. Ну да, сейчас сошел, все здоровый. Вот он. Первый красавчик. Здравствуйте, спасибо. Починимся, Юрий. Продолжаем разговор. Вроде да. Когда поймал, это на льду. А это еще не поймал. Во! Живет! Живет! Сейчас зарядим. Так, одну жерлочку зарядили. Будем ждать загара. Тарасик покупной подох. На окушка поставил. Коллегу поставил на тарасиков. А я хочу еще на плотвичку одну зарядить. Да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, хе-хей. Ой, еще одного жеста поймали. Хе-хе. Красавчик. Ну и вам здрасте. Хе-хе, долгожданный. Да, пойдешь на жеста. По мере испорченности. Эх ты. Сошел. По губам. Вот он. Тоже полосатик вроде. Да. Еще один живет. Хе-хе-хе. Жестом снабдили.
Продолжаем разговор. На плавную игру, на плавную, плавную. Это мы червей копали. На мотыляне клюет, на барже клюет. Решили червей копать. Похоже на плотву. Похоже на плотву. Она и есть. О, Катерёжечка. Ну, здравствуй, спасибо, как я тебе рад. Хороша, классно. Ух ты, ушла. Тоже плотва. Ух ты, хорошая. Ух ты, все, ушла. С мормышкой. Вот это был зверь. Да. Поклевку сразу. Включить даже не успел. Ищем рыбу на глубине. У нас загар. Давай я поднимаю тебя. Не, не мотает. А? Мотает? Не. Че, холосой? Не покоцанный? Хе-хе-хе. Окунь. Полосатый. Ха-ха-ха. Опа. Ну а где плотвот? И ушел. Ушел. Давай, давай. Угоди. Хороший. Хороший. Хе-хе. Ну что ты? О, какой. Хе-хе-хе. Это не живет. Ветер телепает лучше всякой игры. Он оеливает. И дразнить не надо. Ветер сам все делает. Кто там, кто там? Это не окунь.
Это не окунь. Иди сюда. И окунь. Окунь. Ну, хороший. Эх ты! С мормышкой. Да. Ветрюга сегодня обеспечивает поклевками нас по полной программе. Играть не надо, сам все телепает. На жерлице было 3 классных поклевки. Кормушка такая, немножко, которая в смысле, она почти невесомая. Маленькая. Черная маленькая. Да, цвет не имеет значения, главное, чтобы она была очень легкая. Глубина, да? Тогда работает. Несколько раз на остановочку взял. Причем довольно высоко. Вот так вот, на такой высоте. Я сегодня своих поймал, а ты нет. Я на тебя смотрю и снимаю. Сейчас еще одного профукаю. Ну, это небольшой. Ну, нормальный. И вам здрасте. Вечерний гость. Закончилась наша окунёво-плотвинная рыбалочка. Ну, а какая же еще? Ну да. Щуканов сегодня не было. Ну, рыбак оказался доволен. Рыб маленько плавил. Ну ладно, глухозимье. Разрулили мы это глухозимье. Нормально. 16-чек подобрали, тоненькое все. Все мизерное. Ну, впрочем, как обычно. С рыбой остались все. Я больше всех. Ну, наш маленький уловчик. Нормалек. Спасибо всем клубу с нами. Подписывайтесь на канал в ютубе, ставьте лайки и дизлайки. Нажимайте вот этот вот колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка группы будет под видео. До свидания.